Доброго здравия, друзья! Рад приветствовать всех участников нашего сообщества «Благодар». Я надеюсь, что пусть даже это короткий месяц, но сегодня 24 число, и за месяц вы могли прочувствовать, как все работает. Сегодня хотел бы, наверное, тему обращения сделать такой. Вижу и читаю ваши отзывы. Просто вот маслом или елеем по сердцу, что многие участники понимают суть Благодара. А суть заключается в самой идее. Идея Благодара – это сильное сообщество. А сильное сообщество всегда строится на сильной идее. По-другому не бывает. Сегодня у нас солнечно. Одену очки, если вы не возражаете. Меня просили за рулем не публиковать обращение. Переживают, да? Хотя для меня это нормально, потому что это как разговаривать по телефону, по большому счету. Вот. Вернемся к идее Благодара. То есть любое общество сильно лишь тогда, когда его объединяет сильная идея. Это я уже сказал. Идея взаимопомощи, которая лежит в основе нашего сообщества, она построена на взаимопонимании, на взаимном доверии, на вере в себя и в своего ближнего, а также на стремлении к единению. Эта идея пропитывает все осознанные чистые миры. Идея сообщества «Благодар» на практике возрождает в людях эти качества и помогает развивать их до новых высот. Когда мы оказываем помощь и получаем ее, а также делимся результатами своего участия в сообществе «Благодар», мы таким образом скрашиваем несправедливость этого мира. Участвуя в нашем сообществе, мы развиваем доверие друг к другу. А доверие, как известно, сущность любви. Благодар – это автоматизированная, полностью прозрачная, справедливая система распределения взаимной помощи между участниками, которая работает на самом скоростном блокчейне из криптовалют. И блокчейн криптовалюты Юми является самым скоростным на сегодняшний день. У нас есть принцип. Наш принцип гласит: люди помогают людям. Или сегодня помог ты, завтра помогут тебе. Мы обмениваемся между собой своими собственными, свободными, некритичными для себя средствами. Благодар – это сверхскоростная, изначально, с самого старта, закольцованная система. Оказывая помощь каждый день по 10 монет Юми минимум. С 6-го дня участия каждый последующий день вы можете получать взаимную помощь от 10.03 Юми до 10.15 монет Юми.
то есть от 3% до 15% за круг, цикл, или как мы еще называем, такт. Поднимая свой уровень доверия к системе, можно получать ответную помощь на 24-90 и даже более процентов от оказанной вами помощи в месяц. Есть у нас такое понятие, которое ввели сами участники во время тестирования первого благодара на старте. Он называется благодаринг. Вот что такое майнинг, все знают. Что такое стейкинг, знают. А что такое благодаринг, многие не понимают. Так вот, благодаринг — это повышенный процент от системы, который возвращается участнику сверх суммы или тела оказанной им помощи. При этом монеты не печатаются, создавая инфляцию, а распределяются между участниками, увеличивая также востребованность монеты на рынке. Участвовать в сообществе «Благодар» можно только на добровольной основе, бескорыстной основе, ради общего блага. У нас есть замечательная, прекрасная программа «Легкий старт». Она социально направленная. Она позволяет любому новичку, любому, участвовать в системе даже без собственных средств. За счет оказанной помощи его пригласителям. Ну и самый, наверное, главный вопрос, который могут задавать люди, заинтересованные в нашем сообществе, но несколько сомневающиеся. Законно ли это? Твердый ответ – да. Почему? Потому что в Конституции Российской Федерации, в статье 39, часть 3, добровольная помощь не только поощряется, она защищена Конституцией. Ну и сами подумайте, разве есть в мире хоть одно государство, хоть одно правительство или хоть одна страна или один народ, который бы считал протянутую руку с оказанием помощи каким-то злом? Думаю, что ответ очевиден. Поэтому приглашаю. Приглашаю в первую очередь ознакомиться с инструкциями, или, как мы их называем, рекомендациями нашего сообщества. Сообщество «Благодар». Внимательно, лучше пару раз, прочитать небольшое количество букв и заложенных в них смыслов. После этого, если вы чувствуете, что это близко вашему сердцу, вашей душе, вашему духу, присоединяйтесь, мы будем рады. Регистрируйтесь к тому человеку, кто вас пригласил. Это основной момент. И обращайтесь к нему, связывайтесь с ним по Telegram. Он вам поможет, ответит на все вопросы. И вы сможете стартовать или начать участвовать в нашей программе, разобраться в ней, не вкладывая ни одной собственной
копейки или монеты юми-цента или юми. Можете быть уверены, посмотрите отзывы, вам понравится. Ну, я так надеюсь. Если рекомендации будут вам близки, то вам понравится. Это точно. Что я хочу сказать? Поздравляю еще раз, сегодня 24 число, всех участников с первым месяцем. Да, у нас короче он на 2 дня, потому что февраль был короткий. Вот. Но сегодня ровно месяц. И буквально завтра или послезавтра участники, которые следовали рекомендациям и поставили себе цели двигаться по уровням доверия, то есть проявлять доверие к системе, достигнут 5-го уровня дарителя. А 5-й уровень дарителя – это 9% за такт, за круг или за цикл. В среднем это 6-7 дней. Соответственно, считайте. У нас все идет прекрасно. Мы развиваемся, не торопясь. Торопиться не надо. У нас есть некоторые нововведения. То есть на кнопочке «кошелек» очень полезные. Для тех людей, которые участвуют, но еще не понимают суть работы, да, насколько система прозрачна. У нас есть кнопочка «Кошельки», и когда вы ее нажмете, там будет кнопочка следующая – «История кошелька». И вы можете посмотреть, нажав на эту кнопочку, историю с момента, да, вашего начала участия в системе и по сегодняшний день. Какое количество транзакций было вами оказано? Когда они стали в очередь, и когда и сколько вы получили помощи или благодарности от системы. Важный момент, трижды важный. В самом ближайшем времени мы начинаем выплаты компенсаций тем участникам, которые принимали участие на старте Благодара. То есть это было год назад. Мы тестировали вообще работоспособность системы. Возможно ли выплачивать такие проценты, которых по большому счету, скажу так, наверное, мир не видел, да? Таких процентов нет. И многим кажется, что это невозможно. Но обращу внимание, время умеет сжиматься и растягиваться. Потому что время – это условная единица. Проекция нашей веры в перспективе на ближайшее будущее создает эту условную единицу, которую мы называем временем. Поэтому опыт показал на практике, что все возможно и все зависит только от нас. Ну и сами подумайте, если у вас есть свободные там несколько монет Юми, они вам сегодня не нужны, и они, просто находясь на вашем кошельке, не увеличиваются в размерах, то имеет смысл попробовать их подарить безвозмездно в нашем сообществе. За ваше доверие вы получите благодарность с увеличенным коэффициентом, с увеличенным там процентом. Потому что
У нас, повторюсь, люди помогают людям. Вы оказали помощь? Однозначно. Вам окажут помощь в знак благодарности за ваше доверие, и вы сможете свои монетки приумножать. Есть ли смысл, чтобы они просто пылились у вас на балансах вашего кошелька? Ответ на этот вопрос даст каждый из вас. Все, друзья, на этом сегодняшнее обращение, я думаю, надо закончить классической фразой. Как надо смотреть на жизнь и на все, что происходит вокруг, несмотря на солнечное небо или сгусток туч, все хорошо, а будет еще лучше. Нам предстоит все это увидеть. Обнял. До новых встреч.